Всем привет, друзья мои! Как обычно, начало. Сегодня я готовлю вареники с печенью, с куриной и с луком. Ну, приступим к приготовлению. Я приготовила здесь вот 900 грамм печени томской птицефабрики. Я ее не рекламирую, я ее взяла первый раз. Обычно брала алтайский бройлер. На такой подложке. Ну, сейчас я ее промою, эту печень. Нужно хорошо тщательно промыть. Но я не думаю, что здесь что-то есть, чтобы она не горчила. Так. Я ее промою сейчас еще в одной воде. Промыла печень на два раза. Теперь, значит, достаю печенку. Стараюсь, чтобы плевы у меня не было. Постараюсь ее мелко-мелко покрошить, потому что я ее перекручивать не буду. Обжарю с луком. И так и буду делать свои вареники. Так вот, значит, я очищаю от плевы печень и мелко нарезаю ее. Скидываю все это в чашку. Печень я порезала, постаралась как можно помельче. Теперь я займусь луком. Я приготовила 650 грамм лука. Сейчас я его тоже постараюсь измельчить помельче. Вот так я его нарезаю. Ну, получилось достаточно мелко. Пойдет для меня. Лук я порезала. Сейчас буду обжаривать это на подсолнечном масле. Сковорода нагрелась. Здесь примерно 3 ложки масла подсолнечного, вливаю в сковороду и кладу лук. Почему я беру столько лука? Чтобы поточнее были они, вареники, начинка, чтобы была сочная. Пока у меня готовится начинка для вареников, я приготовлю тесто. Я разбиваю 2 яйца. Выливаю 180 миллилитров воды и насыпаю соли, вот такую горсть. Здесь у меня в этой банке килограмм 800 грамм муки. Сейчас я перемешаю яйца с водой и солью. Добавляю муку, я ее сегодня просеиваю через сито. Так, сейчас еще чуть-чуть и промешаю. Потом я скажу, сколько грамм сюда ушло. Я завешаю. Размешиваю. Я буду использовать столько муки, сколько возьмет вот это вот тесто, чтобы тесто было мягким и эластичным, чтобы было хорошо лепить. Вот так я вымешиваю тесто. Я собрала его в чашке и здесь буду вымешивать. Чашки я постараюсь максимально все собрать, чтобы у меня чашка была чистой. Я всегда так делаю. Вот так я его вымешиваю. Примерно до
минут 10 мешать. Вот я его вымешала. Теперь я его положу в чашку и накрою. И оно у меня будет лежать, растаиваться. Пока у меня готовится начинка, тесто мое будет отдыхать. Тем временем лук обжарился. Сейчас я буду класть сюда печень. Добавлю напряжение, а то у меня там на минимуме стояло. И буду выкладывать печень. Перемешаю. И пусть она у меня обжаривается. Сколько минут? Не знаю, сколько минут, сколько потребуется. Что-то напряжение, кстати, сейчас очень не очень хорошее. Так, посолю сразу. Прошло минут 15. Вот, я уже отключила. Все приготовилось у меня. Попробовала. Обалденно вкусно. Просто обалденно. Раньше я не любила печень. Вообще ее категорически не ела. А сейчас мне даже нравится. Сейчас будем приступать к приготовлению вареников. Значит, остудим начинку, подготовим тесто и будем стряпать. Тесто полежало, отдохнуло. Сейчас я буду катать из него сочень. Я его поделила на две части. Кстати сказать, я для этого теста использовала вот 400 грамм муки. Я взвешивала свою банку. Так, будем катать сочень. Нужна будет мука на столе. Можно и не раскатывать сочень, можно просто колбасками накатать и нарезать. Как я уже говорила, можно сочень не раскатывать, но вот сегодня мне захотелось раскатать именно сочень. Потом я их буду вырезать стаканчиком. Я раскатала сочень. Уже тут постряпала немножко. Оператор мой был шибко занят. Вот так я это выдавливаю. Макаю в муку стаканчик. И надавливаю посильнее. Чтобы не прилипал стакан. Да, к тесту. И вот так у меня это получается. Вот такие маленькие. А можно взять какой-нибудь побольше стакан, горлышко, чтобы пошире было, и сделать их побольше. Ну, я думаю, и такие пойдут. Тесто сочнее я собрала. Вот. Сейчас я его подмешаю к этому и положу, пусть лежит. А я пока полеплю вот эти вареники. Как я их леплю? Беру, значит, кружочек теста и стараюсь по максимуму положить побольше начинки и защипляю. Я делаю очень просто. Не фигурные никакие они у меня, обычные. А можно вот так вот сделать. Сама фигурным делаешь. Я показала, что можно делать такие. Вот. Я начинку кладу вилочкой. Мне очень удобно. С детства так делаю. Пельмени и вареники кладу вилкой. Вот так защипываю краешки. Поаккуратней. Вот так и леплю.
Вот столько я слепила источней. А тут вот я осталась, колбаску раскатала. И вот когда это я была на Украине много-много лет назад, и моего мужа тетя, она лепила вот так. Она не раскатывала скалкой, а расправляла тесто руками вот так. Мне было интересно, как это так делают вареники. Вот. И сюда нужно класть начинку. И также залеплять. Такие ручные вареники. Это сколько труда, да, вот так. Но они, конечно, были в два раза больше. Там такие вареники делали, огромнейшие просто. Вареники слепила. Столько начинки у меня осталось. Сейчас я их буду варить. Воду я закипятила, посолила. Осталось опускать вареники. Опускаем вареники. Я буду варить понемногу, по 15 штучек, чтобы они не расползлись. Помешала. Ну, все, сейчас закипят, прокипят минут 7 и сварятся. Вареники закипели. Буду их варить еще 5 минут. 5 минут прошло, достаем вареники. Я выкладываю их на сито, чтобы у меня потом не было там лишней воды, когда они окажутся в тарелке. Я их полью потом маслом. Вот так. Вареники готовы. Маслом я их помазала. Сметану приготовила. Сейчас мы будем кушать. Приятного всем аппетита. Готовьте вареники вместе со мной. Всем пока.